этом отделении открывает духовная поэма веры для кларнета, органа и струнных, автор перед вами. Написано это сочинение. Это сочинение было написано в 2004 году в Дамаске. Вот так немножко перекликается с нынешними событиями по месту сочинения. Но написано было как часть большой мессы для хора, солистов и органа. Кредо, веру, это часть католической мессы. Но затем пришла идея сделать инструментальную пьесу вот в таком составе, с солирующим кларнетом и струнными. И это получилось самостоятельное сочинение, духовная поэма «Верую». Содержание совпадает со знаменитой, известной всем верующим людям молитвой «Верую». По тексту, по содержанию. Итак, поэма. Thank you.
Thank you.
вторым сочинением второго отделения будет масштабная симфония номер один для органа и симфонического оркестра французского композитора, романтика Александра Гильмана. Этот композитор, органист, профессор Парижской консерватории был очень известным и исполнителем, и композитором, преимущественно органом. Написал огромное количество органных сочинений, в частности, 8 сонат для органа. И вот интересно, что из этой первой симфонии Гильман сделал и первую органную сонату. То есть эта музыка может звучать не только на органе, как инструменте симфоническом. Однако сегодня как раз вам предлагается, вашему вниманию, вариант большой, с большим симфоническим оркестром. Симфония в трех частях. Это интродукция и аллегро, первая часть. Вторая часть и финал.